Друзья, привет! Мы находимся сейчас в Поморье. Находимся, если вы знаете, это полуостровочек такой в море. И вот мы сейчас находимся на правой стороне, где бухта, залив, Бургасовская затока, да, Павлуш? Так ты говорил? Вот здесь полностью постоянно тишь, и здесь глубоко сразу. Ну, видите, в основном взрослые, без детей. Сегодня пенсионеры. Да, ну потому что здесь тихо. Не задумывался, почему? Потому что очень тихо, спокойно. Вот там Бургас, друзья. Потому что здесь глубоко, потому что не так много людей. Люди спокойно отдыхают, общаются. В общем, это не пляж, это больше городская линия, набережная. Там вот пирс, Маша, это далеко. Туда приплывают кораблики. Мы вчера вечером ходили, это выложено тоже. Ходили, гуляли, и очень много людно на этой стороне. Очень вечером много людно. Все выходят гулять. Вот. Набережная большая, поэтому приятно, честно говоря. Вот и на велосипедах, и просто вот прийти, общаться очень приятно. Мне понравилось вчера, что она длинная такая и как бы обустроена. Ну, в принципе, все. Мы в Поморье. Жара невероятная. Дети хотят купаться, поэтому заканчиваем, идем дальше. А еще, между прочим, какие-то блохи садятся на меня и очень сильно кусают. Вас не кусают дети? Садятся какие-то блошки, кусают очень сильно. Ужас один. Друзья, я бы отсюда ушла. Все,